Всем трем и доброго времени суток. Это канал Лыкин Дмитрий, или ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри, в общем, поучаствуй. Мне не сложно, а мне приятно, мне поддержка, а мне мотивация, ну, в общем, это и так все прекрасно знаете. А кто не знает, тем добро пожаловать. Так, если я ничего не путаю, вот так вот. Да, вот такие вот сложные финтифлюхины. А теперь... Вот такие они скелеты. Ну иди отсюда. А, понятно. Иди попросим. Ты давай потихонечку подтягивайся. Супер, ты наш быстро бегающий. Ой. Как что-то, блин. Блин. А, во. Через стоп. А, использую. А! Минутку. Как... Стоп, а как я... Фу ты, блин. Не укусил. Кстати, если обратили внимание, здесь также по 3, грубо говоря. А. По 3 этих ударов на викингов. То есть то, что там целая куча этих волосинок на жизни, ну, вообще ни о чем не говорит. Просто зачем-то так нарисовали. Так. То есть, когда он маленький, он не отражает урон. О, вампир превращается. Обратите внимание, сейчас. Когда она вампир... Когда эта хрень вампир, ее бесполезно атаковать. Она обращается... Просто-напросто превращается обратно. В летучую мышь. Извините. Толстяк. Ну давай, телепортируем. Okay, hey, brain, эх, здесь они куда более брутальны. И грубые. Ну и что? Давайте еще одну. Пароль трэш. Ну, судя по всему, эти двое вниз. А, это я помню. А эти вкусняшки. Ну, мы их безешки называли. Уж не знаю, что это на самом деле такое. Вот что мне тут не нравится. Есть. Так, теперь... А, полов надо переправить. А как он дальше-то пройдет? Ага, опасный момент. Здесь нас учат тому, что, типа, можно эти штуки переправлять в мусорку. Чтоб, соответственно... в случае чего, если у тебя там мусор накопился, чтобы, соответственно, не психовал. Так, и Эрик. Эрик у нас сейчас достанет еще один артефакт.
Еще раз. А вот здесь я помню, в детстве долго тупил. Я не мог понять, что можно пропрыгнуть вот сюда. Я думал, как? Какая-то кнопка, еще что-то. Блин, ну не мог найти. Я думал, как этот лифт вызвать? И даже в голову не приходило, что можно просто взять, ну, как сказать, и просто проехать вверх. Ну, пропрыгать через него. А, блин, это было весело, конечно. Сейчас помню. Не, спасибо, не надо. No, let me help here. What Baliog meant was, we're really, homesick. Uh-huh. Isn't that right, Baliog? Oh! Baliog что-то там квакнул, непонятно. Ну ладно. Так, куда ж пароль? На всякий случай запишем. С Вим. А, кстати, тут первое место. SW1M. Не, давайте запишем на всякий пожарный, то мало ли. SW1M. Тут нам впервые, так сказать, показывают, что Эрик умеет плавать. И дайте-ка покажу. То есть он там бултых, и вот так вот на ускорение. Очень прикольно. А все остальные? Все. Все, вот так вот. Они тут тонут. Безо всяких, без вариаций и так далее. Ну, как, так как мы проходим по... No. Продолжим в следующий раз. По два уровня за раз, а все-таки стараюсь. Не могу говорить, когда вот это происходит. Вот эта музыка, это Lost Vikings. Просто прекрасно. Пока что по два уровня за раз идем. Там потом уровни будут, мягко говоря, подлиннее и попроблемнее. Так что, наверное, будет по одному. Но посмотрим. Ну, а пока что, как обычно, плейлисты поддержки канала в описании под видео. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю, ключи, девушек, мыкаю в щечку. Увидимся в следующей серии. The Lost Vikings 2 Forever. Как-то так.